Чтобы не допустить воспламенения бензина, пожарные заливают многотонную машину пеной. На месте работают все экстренные службы Шымкента. В полной готовности спасатели, полицейские и медики. Дорога оцеплена. В любой момент может случиться непоправимое. ЧП случилось в разгар рабочего дня. Возможно, это и помогло предотвратить страшные последствия. Взрывы человеческих жертв удалось избежать. Бензовоз сначала вылетел с кольцевой на обочину, а потом и вовсе опрокинулся в кювет. 17 февраля, 12.28 часов, в Каратавском районе, по улице Бадибек-Би, водитель грузового автомобиля марки КАМАЗ, не справившись с управлением, допустил опрокидывание на бок. Вследствие чего произошел розлив горюче-смазочных материалов, именно бензина, в количестве 5 тонн около. Общий объем цистерны составил 23 тонны. Жертв и пострадавших нет, возгорания не произошло на месте происшествия. На место выезжало 26 сотрудников департамента, а также 4 единицы техники. Автоцистерну ставят на колеса подъемным краном. Опасность взрыва спасатели не исключают до последнего. Давление давай! Давление! По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Однако точку ставить рано. Шакир Умаров, Бахтияр Ташбулатов, Абзал Турабеков. Информационная служба телекомпании «От Иран».